Павел дорогие соотечественники, обращаюсь к вам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Руководство страны осознает всю сложность положения. Мы понимаем, в какой ситуации оказались граждане из-за закрытия государственной границы. Но мы исходим из того, что не может быть у государства выше ценности, чем жизнь и здоровье граждан. Открыть государственную границу с Российской Федерацией... В одностороннем порядке невозможно. Руководство Абхазии на постоянном контакте с российской стороной для выработки наиболее безопасного для жизни и здоровья граждан обоих стран решения. В ближайшее время это решение будет найдено. Руководство Абхазии предпримет меры для того, чтобы минимизировать для граждан последствия эпидемии. Я держу на личном контроле решение всех вопросов, связанных с защитой населения от коронавируса с опозданием, но выплачивается заработная плата и осуществляются пенсионные выплаты. Друзья, в нашей истории бывали более сложные времена, но народ Абхазии проявлял мудрость, выдержку и с достоинством выходил из труднейших ситуаций. Уверен, что так будет и на сей раз. Прошу вас, дорогие соотечественники, проявить терпение. Подумаем о здоровье наших старших, Наиболее уязвимых в условиях пандемии поддержим наших врачей, находящихся на передовой в борьбе с этой опасной болезнью. Дорогие друзья, прошу проявить терпение. Главное ⁇ сохранить жизнь и здоровье граждан. Это превыше всего. Вопросы экономического и иного характера мы, несомненно, решим, объединив усилия. Благодарю за понимание.